Раз, раз. Раз. Раз-раз. Так, ну И чё, да раз. коммент об игре надо оставлять или там опять не Не надо. прилетело? Такие, конечно, пидорасы вообще отсыв. Нет свободы слова. Бля, если сейчас... А если... Ну-ка, Джава, мне ради интереса, ты можешь, если мы проиграем какой-нибудь матч, начать орать так же, как ты против спама орал? Или против кого-то там? Типа опять заставят извиняться, мне вот интересно. Да. Тебя Бля. извиняться заставляли? Ладно, погоди, Джава, можешь ты Да. что-то... Можешь примерно написать, что ты говорил? Я то же самое хочу Все, я сказать. сказал, что не приглашали. Я хочу проверить, что будет, если не извиняться. Потому что я не собирался прийти извиняться Я перед могу долбоебами. сказать, а чё написать? Я сказать могу. Ваши матчи или шлюхи? Ой, А, блядь, Java лагает так, и что все. пиздец. Ну, Что чё, ваши ма... пиздец. Но зато он вот так сказал, сказал. Так. Блядь. Он сказал ваши материи. Поменялась форма? Ну да, когда лагаешь, Да. можно как бы предъявить за это. Все, ладно. Да. Давайте, серьезно. Нужно сейчас 3 очка набирать. Мы сейчас, если выиграем, на первое место выходим. Чисто. Давайте, погнали. Я как Да. Краснодар. Похуй на Краснодар, блядь. Вы не Мы... расисты тогда выходите. Че, Короче, пока завались, мне... ёбало, и выигрываем, блядь. Пока мы не начали, да, админ сказал либо Разоблачение. изменять, либо дисциплинарно. Короче, мы будем применять Либо сейчас. дисциплинарное. Ебал Все, поехали. админа CF, долбай ебаный, чтобы он сдох, сука, ебаная. О, пошло туда. Походу придется Блять. удалять стрим. Джава, помнишь, да? А у Страхуем меня он Никита идет. и... Ай, твой никто не увидит, нахуй. Это админ. Кто захочет увидеть? Все, Это ладно, РКПЛ. играем! Все, Это админ тихо, РКПЛ был чш. не CF. Это... Админ РКПЛ, конечно, этот Савельев хуель. Ну что ты сделаешь? Навес Навес давайте лет подорвал. поменьше навесов, побольше пасов. Никит, Я понял, ладно, не конечно. так сильно увлекайтесь, пожалуйста, атакой. Окей. Никит, не ссыбайте в здании. Хорошо. Да я тут, конечно, но я не могу за всеми долбоебами успеть. За своей игрой следили. Я бы что-то Так, где, порыло. бля? Далеко можно. Так. Да, можно, когда тебя прессуют. Ну, все, можно. Так. Пизда тут, конечно, Да, тут некому дать даже. пиздец. Да, я не знаю, как там открыться, когда там 4 человека стоят, блядь, Хорош, между нами. с тобой. Ладно, хорош. Я не задыхаюсь. По флангу. Низом, ладно. Ебать. Там низом, ладно. Нормально. Не, Попробуй налево сейчас вперед смотрю. забежать туда, ага, на Данику. Нуля, хуйня какая-то. Спокойно с тобой будет. Бля, нахуй ты... Гений. Чё ты не принял-то, блядь? Да, я думал, он сразу закроет Да, вам мне рамбл, шрон. Ну понимаешь? башкой, бля, не Нормально, придумаешь все. финиш нормально в этой фифе. Далеко навесом можно. Через сопов. А, Ебать. кстати, Чё там. так лагает, нахуй? Чего делать? Блять, вообще на дальку переводит. Давайте мяч поконтролим через пас ноги, через У меня центр. такое говно коннект, Через сопов. я Старайтесь ебал. выходить из обороны. Вот так, Ебучий хорош. Казахстан, блядь, там по-любому а этот А, сильно ногой. хуясик запускает, блядь. Ебучий Подбор Казах. разбираем. Все, блядь, тише. Это невозможно, у меня рывки, блядь, просто. Хорош. Блядь, дай нахуй. Да не тебе. Давай, может, попробовать на Даню навесиком. Нормально. Пирла. Хорошо. Хорошо. Бля, Да ну ты мог сука. мне дать пас туда в Джава, справа, войну. смотрим. А я попытался ударить от соси. Да, давай, блядь, Джава, я финесс. страхую. Охуенно. А финесса не летят нихуя. Ну и нахуй так бить. Вышли, 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 вышли. Давайте 3 линии от мяча. Вот это. Угу. Твой игрок, давай. Там вон Давай, там летели. три Хорош, Стас. человека. Летели. Налетели, как грачи, пидорасы, фифачи. О, это нормально. Это кто придумал? Блядь. ЕМАСЭ. Знаешь такого? World of Warcraft, видите, великий парень. Блядь. Не отдал спас, хуй. Хорошо. Надо голос сбивать, ребят. Поменьше, давайте попиздим сейчас. Давай я во флангу Кто бегу. пиздит? Надо просто забить гол, как говорится. Вот так вот. Хорош. Бля. Я ближку навешу сразу.
Табличка не работает вот здесь. Давай, 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 Java! Еще раз так же. Сука, да, бля, ну меня даже не тянет. Еще, Вань. Но она опять не тянет. Бля, вообще не тянет. На вынос, ой, сильно, ну, на удар. Сзади никого нет, без обреза, главное. Хорошо. Хорош, Никит. Как скажешь, без обреза, главное. Тихо-тихо. Без обреза, главное. Хочу сказать, у тебя будет финтом из 2005-го. Хорош, Стас. 2006-го. Да. Потало, нахуй. Потало. Потолок? Какао, какао, какао. Какао, оп, Никит. Давай, Харюк, подходи. Нет, нет, еще. Через розыгрыш. Назад входите, 2 КЗ, 2 ЦОП. Да, нахуй. Правый навесишь? Да. Нет, там пиздец. Давай, Вань. Хорош. Ну-ну-ну. Ну, удар, ну удар просто боритесь. Все, пласт... да, назад садитесь. А это удар был. А где 20? Там 3 человека должны. Один из я знаю, а, поэтому я и говорю, что 2, чтобы 2 один. Чтобы не забыл потом назад побежать. Да, не сильно, я ебал, бля. Некому дать, старан. Там некому и дать, они там с восьмером стоят. Свои. Попробуйте с такой зоны на дальку закинуть. Хорошо. Удачи. Еще. Хорошо, молодцы, молодцы, давай, давай. Попробуйте со второго... Тихо, блядь. Со второго темпа попробуйте на дальку забежать и закинуть. Когда мяч у Харька перед штрафной, закину, ушку сделай на Игоря на дальку. Они не откроются. Всем похуй, залебал. Не откроются, ну и пускай по 1-0 проебут. Ну да. Хорошо. Дай пас. Нет. Дай пас. Да. Стреляй, 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 сука, блядь. Да, ближку опять, ближку сразу. Ебать, ворота. Подходи, подходи, Харек. Подожди, стой, 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 смотри. Сразу паук. Навесь на меня. Назад, идите назад. Навесь на меня. На тебя? Да, на тебя паук. Я да не могу, есть навесь. Он туда легендарный обрез будет. Игорь, давай, навешивай сам. О, ебан конченый. Ух, ебать. Полукруг, дальний, дальний полукруг. Попал круг, айзов, ебал. Найс, бля. Блять, как тебе ноги? Просто на удар выносим сейчас, чтобы не было никакой хуйни. Либо вратарю уже остаём. Как тебя не притянуло-то. Пиздец. Подожди, подожди, дай ставим на позиции, давай сильно в сторону левого фланга ногой. На удар. Постарайся на форварда, на Даньку. Фланг можно пасек. Фокс в ноги можно наесть, если чё. Давай, смотри, ещё лучше получилось. Да, бля. Ну, сука. Хуй ты меня получишь, блядь, пидорас. Да, смысливая, кого? Хорош, Ром. Чисто пидорасина просто. Не обзывайся. С тобой. Бля. Хорош. Ой-ой-ой. А второй. Давай, Ферик, подходи, навесь еще раз. Да нет, туда сделай еще, я тебе говорю еще раз, сделай, блядь. Не можешь туда довести. Бля, Ферик, нахуй, это проеб. Нормально, видишь, скидка. Пизда. Ой-ой-ой, блядь. Ты, короче, можешь стик вниз нажать, блядь, и подать? Да уже все проебано. Понимаешь, что я не могу до туда довести, просто вынести его, аут, и все, мяч. Тихо-тихо-тихо, хорошо. Все, выйди просто, аут. Можешь по аут выйти. Бля, Харек, ты даже потом, если даже долетит, блядь, там... Блядь, мне кажется, надо кому-то еще оставаться. Их да, да, надо еще назад, оставаться назад. Да, надо просто, блядь, дать Игорю вешать, чтобы он с Харьком разыгрывал, а не ты, блядь. Или Харьку дать вешать, чтобы он с Игорем разыгрывал. Нахуй вы... Вот резинки, посмотри. У нас ни подбора, ни, блядь, сзади. Нет, просто нам нужен... Не нужно впереди так много в штрафной народу. Просто пускай один СЗ остается сзади. Джава, иди назад. Нет, давай, Сень, ты будешь сзади, потому что... Я Глиадор команды. Ну, у нас Глиадоров дохуя слишком, видишь, нужны оборонительные игроки. Давай ты сзади будешь, Джава скидывает постоянно, а ты там замыкаешь пустые ворота, как бы там любой может замкнуть.
Ладно, за Java все-таки, ладно, придется. Тем более мы уже выигрываем. А что проблема остаться сзади Никите, Роме и с Фурсевичу? Так они остаются, их там не хватает, потому что соперник. Все, ладно, давайте, играем. Надо второй забивать и уже спокойно доигрывать матч. На втором буду. Пускай господин Бог останется там. Ты заебался именно навесами, ты можешь пас, блядь, дать на второй темп? Ну ебаный рот. Каждая, блядь, атака это навес. Навес дошел. Навес дошел, ебал звали. Вот если бы навес... Далька, Игорь. На синего. Пас, сука. Да ты уебан, забей, конченый, хуй на панище, блядь. Круг, да, полу, круг, там давай, да я там перехватили бы, скорее всего. Да куда там, блядь, бей. Хорош! На нахуй, это ты ударом так ой, скинул? На да. Нахуй, блядь. Хорош, Джо, хорош паш. Пасом? Пасом, да. Я нахуй пас давал, это вообще повезло, что он прошел. Играем дальше. Побольше через второй темп, пожалуйста, да. Харюк, играй. Ну, чувак, иногда проходит, говорю. Ну, вообще редко, блядь. Ну, сейчас просто, ну, на да. самом деле, тебя не крыл никто, поэтому так хорошо получилось. О, навес, блядь. Не, по тобой ходит. Сука, гол. Навес, блядь. Конченые, блядь. Теперь будет вешать в два раза больше еще, блядь. Не, ну сейчас, ладно, там, на самом деле, ну, он первым прострелил, потому что там трое бежали просто перед пустыми воротами. Джава, как обычно. Паузу просто. Давай, ребят, еще я буду вешать сейчас. Давай, нахуй меня меч. Я научился. Я постиг дзен. Да, Игорь, ты. Два раза в защите, пожалуйста. Дай. И в том числе мой любимый. Я джойстик сломаю. Ну, Рома. А второй. Топчик. Бля. Ебать их тут. Оп. Хорош. Ближко, ближко, ближко сразу. Стой! Бля, ебать, Киктор. Давай еще раз. Ну, Джава, пенальти. Блять, не тянет нахуй. Не тянет? А ты скидывал или ударял? Да, конечно, ударял. Ударял. Да, он ударял, блядь. Никит справа, еще один. Никит справа. Нормально. Ну чё, дай. Блять, почему Никите-то пошла, сука? Я ФК, короче. Это привод. Тихо, Далька, подстрахуй, Джава. А, опять сухаря не будет, ребят. Сори. Баты забиты опять. Направо сильно. Ладно, хорош. Сори, я Харьку на самом деле давал. Что-то пошло Никите, а вообще не вешал, что он там. Ну пизди, ты тоже вешаешь чуму ебаны. Блять, не туда попал. О, нормально. Приятно. А что праздновать? Надо не праздновать, это же бывший клуб. Да за лесу ебал их прыщал. А, ладно, это твой тоже был клуб. Мой. Ты твой. Игорька. Фурсевича. Бля, у нас что-то с Ривалдом. Все, он вышел. Он не может, блядь, с Бейсом бывшим клубом. А что такое-то, я не понял. У него индикатор что-то белым стал, как у них сначала. Походу вылетел. И все, походу он перешел уже туда. Бля, ну ладно. Оформил трансфер. Ну. Бля. Нормально, через меня лучше. Давай, сейчас я пробегу, ты прострелишь. Что? Бля, на ворота просто. Фурс. Би-би. Лонгшот. Хорош. Блять. Вань. Кого ты вешаешь? Игорь, блять. Пидор, забрал гол. Я на самом деле просил у Фурсевича, а не у... А не у Бота, ну ладно. Бля, на хули я нагнулся, бля, гол забрал. Че тут легко, это я не понимаю. Ёбаный хит-трик отыграл. Такой шоу-про, ребят. Не, ну шоу-про дольше держались. Они же гол забили. Шоу-про не такую защиту ставили и лучше играли. Там бот ебал. Ооо, корпус поставил. Ну, бот ебал лучше. С тобой ебан, смотрю. Дай. А весь. Вешу. Да бля, вода. Да ну. Сука, ну там игра. Бей, хуй, бей в следующий раз. Понял, да. Я бы понял, что из вратарь делать. Да, сейчас вратарь пойдет. А, там Мифа же, Мифа, мой любимый кипер. Давай, вали. Мифа, тебе приветик передаем. Не, сухаря не будет. Дайте по фану. Джав, ты не надейся. Дайте по фану. Не, не будет сухаря, ты че? Сейчас они забьют. Рома. Игорь. Не в смену Ромы. Рома, скидывай нахуй. Харёк один. Ну, Рома, блядь. Не, там очень долго идет информация до Романа. Сейчас. А, Далька. Ну по зугу, блядь, Харёк, ёбать. Сейчас. Вешай на меня, блядь. Подожди, сейчас. Оп. Ну хуй, не на...
Не надо. Остановись. Блять. Сука. Бля, такой ты уёбок. Там я просто один был, блядь. Мне все проще, это долбоёбу пас, блядь. Давайте разницу набьем, блядь. Че? Так какая тебе нахуй разница, блядь, большая? Большая. Один набьёт, другой разница. Вот какая разница, блядь. Главное, блядь, сейчас сука пропустить. Фурсевич уже набил свои ебало. Установка на матч минимум один пропускаем. Сейчас нас своих хуярит. О, пошла. Да. О, Джава, блядь, стелится, чтобы... Джава хочет этот сухарь больше всех. Больше дешево. Давай, Джава, хорош. Сейчас свисается, пацаны. Бля, там Дима еще просит навес. Сука. Давай я закину. Давай. Да, все, минус хорек. Бля. Да, ты выходишь с ворот. О. Ай, сука. Ой. Убили. Да. Не-не-не-не-не-не. Подожди, нет, подожди. Нет. Так, назад верни, сейчас сзади никого нет, блин. Я навешу на дальку вот сюда под скидочку на Джаву. Да, Джав бил. Пошла. Бля, бот. Ебать, хэтрик. Бришку сразу. Ну, блядь. Да, блядь, спина, спина. Долбоёба, блядь. Как он... Чё он вообще орёт, блядь? Это старая фраза, это фраза с гола. Это фраза с гола, про задержки. Я, походу, реально. Ну да, да, мы же потом, когда в атаке мы были, сказал, куда ты выходишь? Харёк вышел. Да он вылетел, забери. Давай. Бля, Харёк вешает. Бля, стало еще хуже. Нормально, нормально. Вешай, вешай. Стреляй, вот здесь вот, можно. Втором там один фурс, хорош, с ударом. Бля, Фурсевич, с ударом. Добрый, давай. Блядь, я... Ром, можно с ударом, Ром? Ладно. Рома, можно с ударом, бля. Да, 5-2, походу. Ой, я пришел. Шончик, налево. Сильно, давай. Сильно, ногой налево. Вперед просто. Забейся, я принимаю. Скинул бы Игорь. Ой, ну это... Дай Ривалдо хитрик сделать на дальке. Сука, блядь, пидор, ебан. Дал. Проверяй, дал. А чё у нас в Дискорде, нахуй? Народ, блядь, весь вышел, нахуй. Все вышли, нахуй. В смысле? Так они вылетели. 8 человек в Дискорде у нас. Кто-то еще один лучше. 9, а один из них Ривалдо вышел микрофон, потому что... О, давай еще забьем, давай еще забьем, Вань. Хорош. Кто-то вылетел еще. Блядь, блядь, как? Что, серьезно? Ты не дал эту атаку завершить? Пиздец. Игорь 3 забил? Игорь? Игорь 3 забил. Игорь 3 забил? Игорь забил? Не, ну я помню, первый он забил. Да, я закинул. А, да, из прострела он загибил. У Дешона голевой пас один. И у Джавы. А, у Харьку не засчитали. Понимаю. Мне Харьку засчитали голевой. У меня засчитали? Да. Тебя засчитали. 4 голевых. Пиздец, у Дешона голевая. Изи вообще. Ой. Кому не засчитали голевую. Батя вернулся, да, вот так? Почему ты только после матчей размещиваешься? А, погоди. Дешону голевую дали за мой гол. Ладно, Вань, поиграем потом через полчасика. Слышь, по что знаю, вряд ли, я дистанционка, его... расписание надо завтра делать на весь институт. Чего тебе? Да. Дистанционка, мне надо расписание на весь институт и колледж делать на завтра сейчас будет. Ну чуть позже сделаешь ночью. Ебать, Фурсевич, 5 отборов, 7 перехватов. Ну я не смогу пока. Блядь, ну может через час, только через час, может. Давай, значит через час в ноль собираемся. Давай, давай. Я просто за 2 недели, что не играл, пришел, набил статус и не ушел. Понимаю. Вань, да я напишу. Вань. А? Да я напишу комментарий. Комментарий, да. Напиши мне, ВЛС. Напиши комментарий, там у тебя, наверное, еще 5-1 еще, да? Ребята, мы на ноль специально, давайте не отыгрывать ни одного матча в сезоне. Крит жопа нахуй, Женя. Да меня мяч вообще не доходил в этой игре. А, ты что, Зен должен такой, да? Джава, Джава, до нас твои фразы, к сожалению, не доходили.
Пидорас, блядь. Один пидорас, что один пидорас штрафной, блядь, и сука, никто не... Один, блядь, один. Ты видел, ты там ножку, ножку поднял, ты видел? Джава бьет башкой и орёт, что мы пидорасы. Это, конечно, прикольно было. Вань, пойдем в этот в УТ? Бля, это что за турнир? Не, чел, мы через час там. ТЦ? С Игорем. Мы только один турнир играем. А там можно играть товарки коопные или нет? Не знаю. Можно, можно. Можно? В УТ можно. Фурсевич. Где товарки можно? Че? Че? ГОВТ через час. Сыграем товарку против Ванис. В смысле, там нельзя друг с другом играть? А. Харёк, пизди? Можно. В смысле, можешь товарки играть? 2 на 2. Там можно играть вот эти товарки, типа... Обычные, короче, ты просто заходишь в поиск и ищешь таких же долбоебов. Ну да, можно. Только так можно совпасться, да, типа попасть. Не-не-не, можно играть. Там можешь пригласить. Нельзя там приглашать, блядь. Можно. Че, можно какой-нибудь ебанутый режим какой-нибудь выбрать и... Да там даже где-то... Да. Смысл, Харёк, там нельзя приглашать, ты долбоеб. Можно, ты долбоеб. Иди, зайди, пригласи, иди. Фурсевич, короче, давай через час в этом ВТ. Будешь? Пишите, пишите. Окей. Если я спать не буду, как вчера. Или позавчера. Позавчера. Ну я зато в опорке поиграл бухой. Да, это просто видно. Да, короче, пассивная установка на матч. Первым номером играем. Играем первым номером. А это с Рецом ты бухой был или нет? Да, нет. С Рецом я думал бухаться, чтобы умереть. Чтоб не запомнил. Не, просто когда бухой был, я просто говорил, и мне ни слова не говорили. Я думал, вчера, может, тоже набухаться, блядь, тогда тоже молчать будешь. А, да, я...